Всем привет, мои дорогие зрители, с вами Ростенда, я продолжаю прохождение от The Legend of Zelda Parallel Worlds. Короче, в прошлой серии мы взяли васты у короля Зоры, мы их купили за 50 рупиев, потом мы были у Сахасравы, там он сказал вот про Master Sword, что нам нужно 3 каких-то клонов собирать, и теперь нам нужно пойти в первый данж, который должен где-то вот здесь, а, где водопад находится, да? Вот, смотрите, смотрите, это так прикольно, особенно у нас в бассейне, там это они включают воду, и ты вот так становишься под гоу, и вот так вода бежит, прикольно, всегда любил это. Ну они, наверное, уже скоро будут открывать, уже бассейн. Ух ты! Ё-моё! Да пошел ты от меня! Да пошел ты нахрен от меня! Что тебе нужно? Пошел ты в жопу! Ты смотри! Не убивается даже придурок! Ай-яй-яй-яй-яй! Там мне надо сбоку его как-то валить, да? Пошел ты в жопу вообще полностью, дурак. Ладно, попробуем. Тут, может быть, как-нибудь выкопаем что-нибудь себе, да? Сердечко мне нужно. Стрела. Ничего. Ничего. Ну-ка, ну-ка. Тут я серьезно ничего не могу выкопать. Ты куда ж ты копаешь? Я же наверх тебе целю, чтобы ты копал. А ты куда-нибудь копаешь, куда тебе не стоит. Ну ладно, пофигу. Пофигу, так нормально. Пойдем сюда. И это наш первый подземель. Найрус Бэй называется. Подземель очень опасная. Потому что это подземель водный. И сразу в начало игры сразу подземель водный. Музыка прикольная. Воу! А это не прикольно было. То, что я хотел вазу приподнять, а он в меня стрельнул. Вы думаете, а почему? Это же подземелье такое легкое сейчас. Это сейчас так. Ну, увидите, что сейчас будет. Я не хочу туда идти, но мне нужно туда идти. Блин. Ой. Как я не хочу туда идти, но мне нужно это делать. Мне нужно это делать. Черт. Вот здесь начинается бред. Друзья, здесь начинается настоящий бред, потому что вот такое здесь. Здесь и огонек, здесь и враги, здесь еще и кафеля даже падают из воды в меня, летят все. И нам нужно только плыть, не знаешь, куда плавать нужно. Нам нужно найти здесь правильный путь, потому что комната очень-очень длинная. Мне нужно здесь найти 2 больших ключа. Кажется, я здесь уже правильно пришел. Кажется, я здесь правильно, да? Попал на место. Да, здесь мы нашли большой ключ для ящиков. Это уже хорошо. Давай-ка, отвали-ка. Я подожду, пока он уйдет от меня. Я пойду сюда. Плывем, 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 плыви, Линк. Это тоже мне не нравится. То, что Линк тяжело управлять в воде. Да, особенно хочешь в сторону поворачивать, он куда-то как пьяный плавает тут. Я не знаю, пьяные умеют плавать или нет. Они тонут или нет. О, большой ключ. Ну, это так было уже, да? Когда мы ездили отдыхать, это было летом еще, на озеро. Там, где мы ночевали тоже там. Там столько... Я столько там набухался, что потом я просто пьяным прыгнул в воду и потом плавал там. Нихера себе, это чё? Было сейчас Матрикс он стал. Давай, давай, давай! Куда ж ты? Сюда надо. Так сразу потом вышел из воды. Сразу так прикольно стало. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Потом на следующее утро я так загорел был. Вообще это было кошмар.
Боже мой. Ай, у меня полсердечка осталось. Выпрыгивай отсюда поскорее. Магический молоток. Теперь ты можешь бить древние друзья в пол. Да? В землю ты можешь их ударить. Окей. И попробуй еще ударить на другие места. Ой, блин, это так печально. У меня пол сердечка осталось. Хорошо, что эти кафеля мне не могут здесь зацепить. Ой, блин, а! Тут еще и кафеля еще есть. Значит, будем ждать. Все? Исчезли все. Все это последним было? Все это последним было? Блин, я так и думал. Блин. У меня нету фей больше. Это так печально. Что мне теперь делать? Да, ё-моё. Пускай лучше меня убьют, чтобы я сначала этого подземелья начал, да? Это, может быть, самое лучшее будет. Потому что 4 сердечка, и я больше здесь не получу сердечки больше нигде. Эй, блин, да пускай меня убьют, пускай меня убьют. Я хочу сдохнуть тут. Убей меня кто-нибудь, спасибо. Это я так хотел, чтобы меня убили. Потому что мы пару раз уже в прошлой части сдыхали. Но зато у меня здесь будут все 5 сердечек полные. И... теперь я должен надеяться, чтобы меня никто не зацепил больше. Вот этот особенно придурок был. Так, ладно. Возьмем мой молоток. Потому что ключи... нету никаких. Блин. Что теперь делать, блин? Мне с 5 сердечками надо добраться... уже до конца этого подземелья, блин. Потому что это опасное подземелье. У меня нету больше сердечки нигде. Это вот последнее сердечко. Это вот одно сердечко, которое нам дает в начале. И все, больше здесь ничего нету. Ой, блин, надо с 5 сердечками как-то справиться. Ладно, как-нибудь справимся. А, сейчас же еще это место будет, да? Ладно. Ладно. Ой, блин. Так, что тут? А, здесь что-то написано. Я и сам вижу, что тут что-то написано. А, ты можешь видеть... невидимый пол, который будет для тебя как мостик. Ты можешь это как-то найти его. А ответ это не посох Замарии. Наверное, как-то с бомбами, да, тут можно. Так, здесь ловушка. Здесь тоже ловушка. Вот. Так, где она взорвалась, и здесь это проход. Тут можно было бы как-то считать по этим камням, тут на полу которые. Ох, сейчас такой бред начнется. Сейчас мне надо столько концентрации, чтобы меня никто не зацепил. Потому что это еще не босс этого подземелья. Это только маленький босс, который... Ай, блин, ай, собака. Ага. Или как говорят, средний босс, или как говорят, которые бывают иногда, игры, которые перед финальным босс ждет еще один босс. Вот, одного мы убрали. Ай, блин. О. Мне кажется,
Всего три раза зацепили, но мне отняли только полсердечка. Блин, у меня феи нету. Если мне хранты придет, тогда придется мне это подземелье по-новому проходить, да? Только мне плавать там внизу не надо будет. Это уже хорошо. Ладно, будем как-то так делать. Вот, смотрите, друзья. Это прикольно. Они сделали эту штуку специально, обрыв, чтобы для меня сложнее было. Они не думали, что эта последняя фаза у него будет для меня легкая. И поэтому мы будем так делать. Он будет прыгать туда-сюда, а мы будем вот так делать. И мы его убили. С бумеранга мы нанесли больше удара, чем с мечом. Это правда, я говорю. А теперь этот босс, который держит сафир Зоры, кажется, да? Который говорили нам. Нам нужно смотреть, чтобы не зацепил меня. Ой, блин, два сердечка. Вот видите, у меня уже два сердечка нету. Я вот только один раз ударил. Два раза, три раза, четыре раза. Давай. Куда ж ты в меня летишь, придурок? Так. Ладно. Давай. Еще немножко. Мы почти завалили его. Может быть так? Нет, так не получится. Черт. Нет. Вот так. Да и так сколько еще надо? Да сколько еще тебе надо ударить? Еще сколько? Ох, убили. Нам дают сафир Соры. Это из Ocarina of Time. Рутву, да? Там было. Она дала Линку сафир Соры. И мы его собираем. И, друзья, самое главное, в этой игре, когда мы завалим босса, нам не дают целое сердечко. Это значит, все сердечки, 20 штук, которые должно быть, да, когда мы закончим эту игру, мы должны это сами собирать, части сердцами. Здесь зато намного больше части сердца. Ну, пару места есть, где там целое сердечко спрятано, но это нам искать нужно. Ну, мы забрали сафир Зоры, можем отнести ему сахасралы. Еще два клона осталось. Я думаю, это я сразу сделаю. Пускай меня кто-нибудь здесь убьет, чтоб я был возле дома. Так, убей меня. Убей. Убей. Я хочу, чтоб ты меня убил. Спасибо. Теперь мы пойдем в Сахасрава. Пускай он нам даст тот главный артефакт, который он хотел нам дать. Потому что мы тест сделали, который он нам хотел от нас, чтобы мы забрали сафир. Сора сафир, блин, придурок. Ну ладно, хоть выжил еще это место. Как я ненавижу эту чавку, собаку эту, которая привязана там, охотится за мной все время. И поэтому людям с деревни Кокорико они не могут на пляже гулять, потому что здесь чавка привязана. Они боятся собак. Ну, Линк справится с этим. Козлами, со всеми. О, давай-ка, прощай. О, с бумерангом хорошо их валить, оказывается. Ух ты! Эй! А, это тоже чувак боится войда, да? Ой, блин! Какой-то дурак! Настырный какой! Летит в меня аж! Я не хочу тратить фею сразу. Я ее только что получил. Я хочу ее сохранить, эту фею. Эй, блин, они все в меня летят. О, сердечко, дай мне сюда. Пойдем сюда. К это Хайруль Докс, вот. Сюда.
И отсюда мы плывем туда, да, там, да, ра, да, да. Ага! Даже не успел в атаку пойти, как я его уже завалил. Этого придурка. Ту-ду-та-да. Так, тут тупик, значит, надо сюда идти вниз. Ну-ка, это такой тупица? Нет, я думал... О, умный, оказывается. Я думал, он прибежит в мой меч сразу. А этот... Да сколько тебе еще надо? Ты, растение. О, ты получил сапфир Зоры? Да. Окей, давным-давно была война. Она закончилась, что сила триединства разрушена на две части, по-моему, да? А нет, да? Или какой-то мир там разрушен на две части? To be Pearl Tower. Мы находимся в первом мире. Где находится самая главная сила от башни. А в другом мире там есть информация, как забрать эту силу, да, по-моему. Дрейгор, он знает легенду от параллельной башни, и он взял силу себе. Он похитил 7 девушек, которые знают информацию про башню. Сейчас он знает 6 каких-то знаний, да, или подсказок. А у тебя 7-я. Угу. Вот, возьми, это полезная вещь. То, что мне и надо. Ура! Держи кнопку А. Окей. Бам! Столько переводить надо, что иногда даже слова забываю. Ну ладно, ничего. Ну вот, теперь мы можем закончить эту серию. Увидимся снова в следующей серии. Давайте до следующего раза. Ваш Рустенда.